Может быть. Да. Может быть. Что с нашим персоналом не так? Ну, не обрабатывает. Не доделывает какие-то функции. Молодежь, если отвечает на телефон. Значит, у нас две категории персонала. Молодежь не умеет общаться, а Марина не умеет отвечать по электронной почте. То есть им не хватает каких-то компетенций, правильно? Значит, у нас персонал тоже может быть рассмотрен как причина проблемы. И тогда нам эти допущения помогают как-то упростить проблему, выстроить рамки. И мы тогда говорим, мы решили эту проблему, и решение будет работать при условии, что вот эти ограничения действуют. Если вдруг потом окажется, что это не так, то тогда наше решение не годится. То есть мы сразу ограничиваем проблему, мы ее упрощаем, но мы ограничиваем возможности в применении решения только вот в этих вот рамках.